Со следующего года у налоговиков появятся новые основания потребовать пояснения в рамках камеральной проверки. Но ведь ответственности за отказ от дачи пояснений по-прежнему нет. Действительно, со следующего года в налоговых органах появляются новые основания для истребования у налогоплательщика пояснений в рамках камеральной налоговой проверки. Первый случай касается представления налогоплательщикам уточненной налоговой декларации, в которой сумма налога заявлена в меньшем размере, чем первоначально представленной. Второй случай связан с представлением налогоплательщикам декларации, в которой отражен убыток. Во всех таких случаях налоговый орган вправе истребовать у налогоплательщика пояснения. Эти пояснения налогоплательщик должен представить налоговому органу в течение 5 дней. Строго говоря, в налоговом кодексе нет ответственности за непредставление таких пояснений. Но налоговый орган может назначить выездную налоговую проверку, если, по его мнению, есть серьезное основание подозревать, что налогоплательщик не уплатил соответствующую сумму налога. Кроме того, обратите внимание, что налоговый орган в рамках камеральной налоговой проверки может истребовать документы, в том числе первичные документы, регистры учета, в случае, если налогоплательщикам представлена уточненная налоговая декларация по истечении двухлетнего срока, установленного законодательством для представления первоначальной декларации. Непредставление в таком случае документов по требованию налогового органа будет влечь ответственность по статье 126 Налогового кодекса 200 рублей за каждый непредставленный документ.